Добрый день, дорогие друзья! Мы прибыли в село Рудь. У нас случилась небольшая поломка. У Сергея Закирничного пробилось колесо. В данный момент мы занимаемся ремонтом велосипеда. Вот наши участники велопробега. Сергей, что такое? Что случилось? На сегодня хватит. Как говорится, на сегодня мы протянем. А дальше будем менять. И пробил колесо и покрышку разорвал. Да, но я думаю, что сегодня мы справимся с этим колесом, правда, Сергей? Да, конечно, мы справимся с любыми трудностями. С самыми трудными трудностями мы справимся, друзья. Как оно, куда оно? Я не помню. Но, по-моему, вот сюда. Это Федерация туризма, братишка.